Надо добраться до смотровой башни. Придется пересечь долину. Сюда. Я знаю историю твоего сына. Расскажу, что стало с моей дочерью. По приказу кровожадного бога, я уничтожил одну деревню. В плену его чар я не понял, что убил жену и дочь, пока их кровь не обогрела мои руки. И я поклялся отомстить. Я не сомневаюсь. Их смерть я искупил тысячи раз. Я даже сжег Олимп дотла. Но вина гложет меня. Возможно, ты убьешь меня, Фрейя. Но это не принесет тебе покой. Пожалуй, я и не ищу. Сколько раз мы встречались? Почему ты отказался со мной сражаться? Любой исход был бы поражением. О чем ты? Фрей, я никогда не желал тебе зла. Ты помогла нам. Спасла Атрея от болезни. Я не хотел умирать, но и убивать тебя я тоже не хотел. Вот как. Ah!
Моя деревня. Я едва ее узнаю. Мы с Эйром раньше играли в прятки. А днем частенько воровали медовый хлеб из большого зала. Во время жатвы мы плясали и пировали до самого восхода. Как же проста была жизнь. Зачем я только вернулась? Столько воспоминаний. Большой зал. Он разрушен.
Сражался. Правда? Очень странно.
Пусть Фрейя не отступит. Не хватает второй половины. Пусть она вечно хранит нас. Когда-то здесь так говорили. Я слышу их. Нужно с ними разделаться. Thank you.
Я слышу их. Нужно с ними разделаться.
Я слышу их. Нужно с ними разделаться. Я слышу их. Нужно с ними разделаться. Я слышу их. Нужно с ними разделаться. Oh,
Я слышу их. Нужно с ними разделаться. Yeah!
Мало того, что он сделал со мной, он осквернил мою память о доме. По крайней мере, тебе есть о чем вспомнить. Детей в Спарте забирают из семьи и растят согласно АГУГ. Воспитание было жестоким. За любые объедки приходилось драться. Старшие колотили нас так, что мы не могли встать. Мы возвращались в бараки в сумерках, одни на радость волкам. Вот как становятся спартанцами. Эти растения похожи на позорные столбы, что мы видели когда-то в предгорье Мидгарда.
Зная о том, как растут спартанцы, неудивительно, что ты стал таким. Твоя судьба была предопределена. Судьбу можно побороть. Раньше и я так думала. Когда Норны поведали мне о судьбе сына, я решила, что смогу ее изменить. Сам знаешь, что из этого вышло. Норны, богини судеб. Верно. Ты противишься пророчеству на твой страх. Атрей бы с тобой согласился. Он слепо ринулся навстречу судьбе, предсказанной великанами. Исчез на 2 дня в попытках доказать, что он их воин, которому суждено биться в Рагнарёк. Что? Я знаю все пророчества о Рагнарёке. Там нет героя великанов. Гро о нем умолчала. Этот воин убережет остальные миры от Рагнарёка. Обречен только Асгард и еще Один. Получается, Один, который одержим всем, что касается Рагнарёка, не знает об этой важнейшей детали. Очень умно, Гро. Атрей не станет пешкой пророчества. Все еще борешься с судьбой? Даже когда предсказана победа? Я не отправлю своего сына на войну. Он не спартанец. И это меня устраивает. Хочешь говорить со мной о том, как защищать землю? Мое горе тебя ничему не научило? Сражаясь с судьбой, ты тратишь драгоценные часы, что вам отпущены. В любую секунду кто-то может оборвать все. Субтитры сделал DimaTorzok.
Кинь факел на ту сторону и сожги кусты, из-за которых не можешь пройти. С этих островов, наверное, можно как-то по-другому взглянуть на факел. Ты можешь перекинуть факел на ту сторону с помощью клинков. Давай перейдем мост. Как вышло, что из всех живущих именно ты не желаешь войны? Сколько богов ты уже убил? Я видел много войн и знаю им цену. А я нет. Знаешь, что я отдала ради мира? Оглянись, Кратос. Посмотри, что бывает, если не сражаться со злом. Это полководец Одина. Будь готов. Анскутан Аскардар! Вита вандир стауда! Yeah!
Он скотан, Аскардан! Go!
Что? Ah!